Приветики. Вы когда-нибудь видели жука-носорога? Я, например, за 27 лет впервые в жизни вживую вижу такого жука-носорога. Блин, он такой похож на майского, только побольше он получается такой. Сам по себе, вроде как по длине такой же, а вот по ширине побольше. И по высоте побольше. Вот такой жучок. Как бы это его взять лапами не дают. Такой вот жучок с таким вот рожиком. Носорожиком. И вот он. Опа! Такой жук. Ну-ка. Это получается самец, потому что самки, у самок вроде бы вот этого рожика нету. Такой жучок. Ну, он такой какой-то ленивый. У него получается рог есть такой длинный и три такие сверху штуки, типа на панцире такие три штуки такие. Не рожки, а такие, типа, как такие, три штырька таких. Такой интересный жучок. Как-то так неподвижно он не хочет. Уже сонный, наверное. Такой жучишка. Сейчас плюхнется. Или все-таки сможет залезть назад. Давай, я верю в тебя. Давай, жучишка. А не, все, не сможет. Одной лапой держится только. Одной лапкой. О, черт. Он впервые мне на руку залез. Блин, ну как майский по ощущениям, так же ползет не спеша. Так, надо его как-то опустить. Не спеша так ползает, как майский. Жучок такой прикольный, блин. Раз такой понюхал руку, остановился. Чё ты, мол, от меня хочешь? Они прикольные, кстати, тем, что лапками своими так перебирают. Блин, за 27 лет первый раз вживую увидел жука-носорога. Это все майские, да майские. А тут раз кто-то так жестко в стекло стучится, это оказывается носорог. Жук-носорог. Такой прикольный жучишка. Ну, давай, ползи. Он, блин, выглядит опасно на самом деле. Такой серьезный жук. Майский, понятно, безобидный, но носорог. Смотришь на его размер, на его рог и думаешь,
А не укусит ли он меня? Но они вроде бы безобидно едят травку, наверное, или что они там едят. Ну, что-то такое, типа. Блин, прикольный жук на самом деле. Я его даже как-то сразу и в руку боялся брать. На самом-то деле. Все боялся, что он меня укусит. Ну, а теперь я так на него посмотрел и понял, что... Ну, я еще погуглил, конечно. Даже без гугла. Хотя в гугле пишут, что типа они занесены в Красную книгу. Не знаю, правда или нет. Но этот жук похож на того жука, который там был нарисован. Который редкий, типа, который блестит. Потому что был жук, который не блестел. Это был жук, типа, такой нередкий. А этот он весь блестит, и типа он должен, ну, типа, редкий. Вот. Было бы интересно посмотреть, как он летает еще. Это что? Это мои... Он что, он пытается мои волосы схавать? Серьезно? Ты что там делаешь? Алло. Ты что там делаешь? А? Кстати, он прошаренно умеет подниматься со спины крылышком, так себе помогает. Правда, сейчас он почему-то этого не делает, но на земле он так делал. Крылышком такой, оп. Прикольно. Ну, давай. Не можешь. Ну, давай поможем тогда тебе. Блин, у него глаза такие здоровые, ничего себе. На самом-то деле. У меня такие два глаза огромные, просто ужас. Такой жук. Намного помощнее, чем майский. Усики похожи на майского, только поменьше. Прикольно. Прикольный жучок такой. Все, устал. Как-то так вот снизу. У него видны два глаза, а третье что-то такое тоже на глаз похоже, но вряд ли это глаз, конечно. Вон они глаза такие торчат. У майского, по-моему, не было глаз. Или если были, то не такие круглые, не такие выпуклые, не такие здоровые. Тынц, препятствие. Надо будет его выпустить куда-нибудь на травку. Только не на землю, потому что его муравьи съедят. Он слишком медленный. Такой безобидный довольно-таки. Но на вид, когда первый раз его видишь, он как-то устрашающе выглядит, такой огромный. Такой здоровый. Да еще и с рогом с этим. Вообще капец. Жук-носорог.
Так, так, собрался на платформу. Ну-ка. Как же он старается. Ну что, лапками так путь себе нащупывает. Прикольно. Ищет, ищет. За что зацепиться, блин? Прикольно. Исследуют руку человека. Блин. Текс. А туда не надо. У меня там эта ранка. Ты чё? Эй. Спрыгивай давай. Ну все, это уже пойдет сейчас до плеча, наверное. Надо его снять. Как мне это сделать? Нехотя он, конечно же, слез, лапами своими уцепился. То был такой сонный, а то уже прям такой прямо уж двигается весь. Берешь его. Сразу я его брал, он даже не двигался, как бы боялся. Я его боялся, он меня, а теперь берешь, он уже лапами такой опирается, мол, отпусти меня, да, их так назад поднимает, блин. И одна лапа поднятая такая. Уже не боится. И я его тоже уже не боюсь, а сразу как-то, ну, блин, стрёмно. Все-таки первый раз такого жука видишь. Не хочет. Все лапы поднимает. Блин, какого взять? Жук, а жук? Ты чё? Не пускаешь. Не дает себя взять. Какой? Какая она? Какая она вредная? Такая жукчишка. Я так понимаю, что там? Глазки. Два глазика такие. И что? А посередине глазный глаз. Что это такое? А чем ест? Этими жвалами, что ли, посередине? Так.
Опять он направился по старому пути. Или решил развернуться. Или решила, если там правильно говорят, что это все-таки самка. Блин, прикольно, он так лапками перебирает, аж приятно. Так, типа, слегка так тебе такой массажик, типа мини такой. Лапками своими. Ладно, хорош, наверное, жука мучить, надо выпускать его на волю. Покедово, всем покедово.